Еще 157 ставропольцев излечились от коронавируса. Всего болезнь победили 56 677 человек. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Продолжается тестирование для выявления новых фактов заражения. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 312 жителей края. 7 пациентов скончались. Единственный способ остановить пандемию – вакцинация. Иммунизация бесплатна и доступна для всех. Ставропольский край с рабочей поездкой посетил зампред правительства России Александр Новак. По решению премьер-министра Михаила Мишустина ему поручено курировать ТСКФО. В составе делегации два федеральных министра – экономического развития Максим Решетников и энергетики Николай Шульгинов. Представители правительства и главы регионов обсудили, как будет развиваться округ, в чем перспективы и возможности роста. У Ставрополя амбициозные планы. Через 10 лет ВВП региона должен превысить 1,5 триллиона рублей. И я вижу, что здесь работа поставлена на очень высоком уровне. В каждом субъекте есть свои программы, есть точки роста, которые на сегодняшний день очевидны, учитывая уникальность этого региона. Это и развитие туристического кластера, это развитие промышленного комплекса, развитие промышленности, энергетики. То есть на самом деле очень конкретные проекты, конкретные программы в каждом субъекте Российской Федерации. В Ставрополе обустроили новый сквер на пересечении улиц Лермонтова и Ломоносова. Как сообщили в администрации краевой столицы, там возвели детскую игровую площадку, обновили тротуар, установили удобные лавочки, урны, фонари и малые архитектурные формы. Также специалисты благоустроили парковочную зону. Объект возвели в рамках реализации губернаторской программы поддержки местных инициатив. В Нефтекумске капитально отремонтировали художественную школу. Как сообщили в управлении по информполитике правительства края, в здании установили новую противопожарную сигнализацию, покрасили стены, заменили кровлю и дверные блоки. Привели в порядок и инженерные коммуникации. Работы прошли в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В селе Покровском Красногвардейского округа строят новую спортивную площадку. Как рассказали в управлении по информполитике правительства Ставрополя, на территории 800 квадратных метров расположится стадион с покрытием из резиновой крошки для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Объект будет функционировать круглый год. Открыть спортплощадку планируют уже к концу августа.